Перевел и озвучил Абдок Фельдар специально для bsgermania.ru. Друзья, со мной тут Димитриус Соуза. Мы буквально недавно встретились здесь, на семинаре Альянса в Чикаго. Я долгое время тренировался с Димитриусом в Сан-Паулу и могу сказать, что он один из самых жестких ребят в академии. Кстати, сейчас в рейтинге IBJJF он находится на 4-м месте. И знаете, когда меня спрашивают насчет Димитриуса, мол, какая его любимая позиция? Я обычно отвечаю, дай ему взять хафгард или дип хафгард, тогда ты сам все увидишь. Я могу сказать, что у него, пожалуй, самый развитый баланс из всех спортсменов, кого я повидал. Если, допустим, кто-то взял X-Guard, то он чувствует себя там абсолютно комфортно. Я же, например, чувствую себя в нем просто отвратительно. А для него это вообще отличная позиция, и никакой угрозы она не несет. То же самое с Deep Half'ом. И сегодня он как раз покажет вам, что именно он делает, чтобы чувствовать себя комфортно сверху в Deep Half'гарде. Также он покажет один проход. Сперва он объяснит на португальском, а затем я объясню все на английском и также сделаю разбор на английском. Vamos lá, galera. Situação seguinte, cheguei na minha guarda, primeira coisa que vou me preocupar é liberar ainda mais o meu joelho. Então, vou controlar a perna do meu adversário e vou fugir o meu quadril um pouco com a cabeça. Agora eu vou trocar toda a minha base, vou colocar o joelho direito no chão e vou começar a levantar minha perna esquerda, olhando para o meu adversário. Ponto que eu tenho que me preocupar em controlar o braço dele. Então, mão na manga e mão no tríceps, eu venho trazendo o braço e vou colocar o meu quadril em cima do braço dele. Meu joelho direito começa a abrir e agora eu começo a escorregar, pulando a cabeça do meu adversário. Meu próximo movimento, eu tenho que controlar o Bernardo para manter ele nos 100 quilos. Então a minha mão direita vai dominar a gola de baixo. Meu punho começa a controlar o queixo do meu adversário e eu começo a virar o meu corpo em direção ao Bernardo. E agora eu chego nos 100 quilos. Итак, ребят, вот что он делает в первую очередь. Он опускает правое колено на татами и опирается уже на левую ногу, вот таким образом. Видите, он поднял второе колено и встал на эту ногу. Уже в этом положении нижнему будет не так комфортно, потому что это теперь не deep half guard, это абсолютно другое положение. Обратите внимание, он контролирует мой рукав здесь и также тянет за трицепс. Так он ведет мою руку вниз. Одновременно с этим он переносит левую ногу через мою голову. Посмотрите, в каком положении я теперь оказался. Мои руки заблокированы. Я не могу уйти ни в черепаху, ни в другую сторону. Теперь он сделает самое худшее, что может быть для меня. Он схватит отворот и вот так отвернет мое лицо в другую сторону. В результате он оказывается в боковом удержании. Давайте еще раз. Я взял Deep Half Guard, сначала он смещается дальше в сторону моей головы, а затем опускает колено на татами и опирается на другую ногу. Он контролирует мой рукав двойным захватом. Теперь он ведет мою руку вниз и одновременно переносит ногу через голову, в результате чего я оказываюсь вот в таком положении. Его дальняя нога уже ушла из Deep Half Guard, а я вообще плотно здесь застрял. Прежде чем сделать проход, он берет мой отворот и отдавливает мою голову в сторону, буквально отворачивает меня от себя. И обратите внимание, ребят, если он сейчас просто-напросто опустит руку, то он заблокирует меня просто в ужасном положении, пожалуй, в самом худшем, которое только может быть. Я застрял так, что даже постучать нормально не смогу. Да, тут нет сабмишена, но я чувствую очень неприятные ощущения в плече. Потрясающая техника, и, как я уже сказал, он один из тех ребят, которые обладают просто невероятным балансом сверху. Ему комфортно и в X-гарде, и в Deep Half-гарде. Спасибо большое, что показал технику.